Ну здорово, бродяги, любители активного отдыха. Хочу еще раз всех вас поздравить с прошедшим праздником, с днем туризма. Все, кто, ребят, ходит или ходил раньше в походы, удачных, ребят, вам походов, чтобы поход равнялся числу ваших возвращений домой, потому что близкие всегда ждут дома. Ну, а те, кто, ребят, уже отходил свое или не ходит ни в походы, ни на кемпинги, ни на какие-то вывозки на природу, помните, ребят, у вас есть канал «Сибирский бродяга», где вы всегда можете пообщаться на тему туризма, ну и насладиться нашей необъятной сибирской тайгой. Ну, а сегодня мы, друзья, с вами отправляемся проверять силки на рябчика, которые я ставил 2 дня назад. Мне уже писали в комментариях, где рябчики. Ну, ребят, не все так быстро, потому что вчера, кстати, я ходил на проверку петель, ну и тоже снимал, друзья, видео, также шел, разговаривал. Но подошел к силкам, в силках было пусто, ребят. Ну, а думаю, что мне выкладывать порожниковые видео пустые. В общем, подожду, пока кто-то, ребят, будет. Ну вот, вчера сходил, в общем, было пусто. И не стал никакой монтировать ролик. Потому что не вижу, ребят, смысла монтировать пустые ролики. Ну, интереса, ребят, никакого нет. Ну что, вот я пришел, подошел к петлям, показал, что там пусто. Ну и, в принципе, на этом у меня все было. Вот, ну вот сейчас идем. Видите, друзья, здесь уже пусто. Вот. Вот петля стоит, рябчика нету. Так. А вот петля, походу, сбита у меня. Сейчас подойдем и посмотрим. А вот петля, друзья, сбита. А, нет, не сбита, просто никого не было. Вот видим, да, петелька стоит. Петель, ребят, я много ставить не стал. Поставил всего 2 штуки. Так как зачем просто так уничтожать дичь или там птиц? Просто хотел поймать несколько штук и снять петли. Вот. Ну, ребята, и там у нас тоже пусто. Вот. Вот, 2 петли пустые. Больше у меня петелек нету. Так что это, друзья, это браконьерский способ. Не призываю, конечно, никого так делать. Ну, а если кто-то и ставит, ребят, не забываем снимать потом после себя петли. Потому что очень много гибнет зверья в таких петлях. И не только зверье, и также другие птицы гибнут. Вот видим, да, все пусто, ребят. Вот, ну вот где рябчики. Вот черт бы его знал, где рябчики. Насвистывают, летают, а что-то в петлю не хотят идти. Вроде калинку не склевали, и калина висит, не знаю. Вот здесь вот закреплял, ребят, видите, как прутами прям к дереву заматывал ветками. Прям вот растет куст. И, короче, я его обмотал, друзья. Ну, такие вот дела. Ладно, будем ждать. Сегодня, кстати, у нас прям как никогда, ребят, выдался такой день солнечный, жаркий.
такое ощущение, что прям наступило второе лето. Вот, ни единого облачка на небе. Но зато ночью был, друзья, очень сильный заморозок. На лужах образовался лед. Итак, ребят, хочу ответить на ваши кое-какие вопросы. Так я всегда стараюсь отвечать на них, конечно, в комментариях. Но хочу ответить вот, сидя у костра, что некоторые из вас, ребят, кто постоянно смотрит мои видео, пишут, что почему нет строительства землянки. Друзья, данный 2020 год для меня оказался очень тяжелым. Можно сказать, принес мне очень много бед, горя, несчастья, друзья. И на данный момент я просто, ребят, материально не могу начать продолжать строительство, потому что на данный момент, ребят, я нахожусь в тяжелом положении. У меня нет средств, чтобы продолжать свой проект. Тем более, друзья, сейчас что у нас творится в стране, так это пандемия, это выдуманная или не выдуманная, не знаю, что уже и как думать. И с этой пандемией, ребят, я потерял работу свою. Вот. На данный момент я остался без работы. И поэтому, друзья, не могу продолжать строительство. Потому что там одной ножовкой и одним топориком не обойтись. Нужно покупать, конечно, кое-какие материалы, даже взять те же самые гвозди, тот же самый рубероид, чтобы на потолок стелить. И я хотел, конечно, все это делать по уму, чтобы как можно дольше постояла данная земляночка. То есть хотел закрыть все стены, обшить листами ОСБ. Вот. Ну а так как, еще раз говорю, ребят, на данный момент я потерял работу, да и мама у меня заболела сильно. Вот. Я пока, друзья, не могу продолжать строительство. И также, ребят, были вопросы, когда выйдет видео о моем там домашнем быте, о моем поселке. Вот. Кто писал, вот, тот знает, ребят, о чем речь. Вот. Я постараюсь в ближайшие дни это снять. Что у нас за поселок, какие тут производства есть, какие магазины и тому подобное. Хочу, друзья, чтобы вы поддерживали мои видео лайком, писали адекватные комментарии, потому что как-то я неоднократно подумал, ребят, забросить свой канал, потому что на каждый поход, ребят, нужны какие-то средства, то же самое какое-то снаряжение докупить. Потому что никто меня, ребят, не снабжает. Все я покупаю на собственные средства. Те же и камеры, микрофоны, диктофоны, карты памяти и так далее. Вот. Ну, сейчас, конечно, я нахожусь в активном поиске работы.
потому что с канала у меня, ребят, никакого дохода нету. Хоть там у меня и включена монетизация, но скажу честно, вы понимаете сами, у меня где-то приблизительный, ну, там падает маленькая копеечка, ребят. Приблизительно сейчас вот у меня $10 за месяц. Ну это вы сами понимаете, ребят, это ничего это не стоит, друзья. Вот, и поэтому я вот сейчас нахожусь, еще раз говорю, в активном поиске работы. Сейчас нужно куда-то трудоустраиваться, обустраивать свою жизнь надо. Мне уже 33 года, ребят, полных, если кто не знает. По специальности, друзья, я слесарь, дежурный по ремонту оборудования. Ну, это я все буду, ребят, рассказывать в дальнейших своих роликах. Вот. Ну, а сегодня мы просто выбрались, ребят, в золотую тайгу, посидеть у костра, посмотреть на листопад, на осенний, и послушать пение птиц. Конечно, мама мне говорит: Женя, не останавливайся, Женя, снимай дальше, продолжай снимать. В общем, всячески меня поддерживает в этом, в моем, можно сказать, хобби. Для меня это правда, ребят, уже как стало хобби. И я привык уже ко многим из вас. Со многими из вас, ребят, я общаюсь и ВКонтакте, и в WhatsApp. С некоторыми, даже, можно сказать, уже с близкими друзьями, ребят, мы даже разговариваем по видеосвязи. Вот. Ну, а мысли меня, конечно, неоднократно посещают, что забросить канал, потому что, ну, я вижу, ребят, развития канала никакого нет. Все стоит как-то, не знаю, как сказать, как-то на одном месте. Вот. То ли я сам что-то не так делаю, друзья, то ли я не то снимаю. Вы бы мне хоть подсказывали, что бы вы хотели видеть у меня на канале. Вот. Многие хотят, конечно, рыбалку, охоту. Ну, я, друзья, таковой не охотник. Ружьем, друзья, никаким не владею. Вот, могу только поставить капканчики, петли, там, поймать раза два, сварить вон супчик, и хватит на этом. Год, конечно, друзья, еще раз говорю, год високосный, принес прям достаточно количество бед и разочарований и тому подобное. Хочется, конечно, чтобы все образумилось, чтобы все было как раньше, чтобы все стало на свои места. Ну, остается только ждать и верить. Делу, друзья, время. Ладно, о плохом не будем. Будем только о хорошем. И вот еще хотел сказать, как, друзья, появится у меня возможность. Может быть, это будет весной. Я, друзья, обязательно продолжу строительство своей землянки, берлоги. Вот. Даже ту же самую бензопилу, друзья, я позволить себе не могу на данный момент. А сами понимаете, вот такие вот деревья пилить ножовочкой, это, друзья, издевательство над самим собой. Ну вот, будем о хорошем, ребят. Что-то даже как-то и слезы на глазах
наворачиваются. О плохом думать. Главное, чтобы с мамой все было хорошо. Она у меня одна, и я у нее один. Потому что кроме родной мамы тебя сыном не назовет никто больше. Это вот самое близкое, что есть на свете. Это мама. Просто, ребят, я сегодня пришел в тайгу подумать, наверное, над самим собой, маленько побыть в тишине, как сказать, послушать костер, ну и собраться, конечно, мыслями своими, как жить дальше, что дальше делать. Природа, она умиротворяет, она дает сил, дает положительную энергию, особенно когда обнимешь березу. Ну, береза должна быть, ребят, здоровая. Обнимешь березу, постоишь около березы минут 5. И сразу чувствуешь прилив сил, покой, какое-то, как сказать, ребят, ну сразу собираешься мыслями, собираешься силами, в общем, душа отдыхает. Ну, еще хотел сказать, друзья, если кому-то не успеваю ответить на комментарии, то я отвечу это в ближайшее время. Потому что иногда, ребят, я бываю, вот как сейчас, нахожусь в лесу. Здесь связи с вами у меня только вот моя камера. Интернета здесь нет. И время у нас у всех разное, ребят. Вот, и поэтому я не всегда могу вам ответить. Но по прибытию домой я, конечно, сразу включаю интернет. И всем вам с удовольствием отвечаю на ваши все вопросы. Как это приятно, ребят, сидеть, наслаждаться костром. Ворона где-то каркает еще.
всегда, когда был еще в подростковом возрасте, говорила мне мама: «Женя, жизнь сложная штука». А я как-то говорил: «Ой, мам, успокойся, все нормально». А сейчас вот, когда, друзья, разменял 40-й десяток уже, и уже вспоминаю мамины слова, что да, мам, жизнь — это очень сложная штука. И нужно, ребят, жизнь прожить достойно свою. Потому что жизнь у нас одна. Жизнь, она не такая уж и длинная. Человек, обычный человек, вот в наше сейчас время, я не буду брать поколение старое. Я вот говорю сейчас про нашу жизнь. Сейчас, чем мы питаемся, что мы кушаем и тому подобное, чем нас отравляет государство наше, какие продукты питания дает нам, то человек от силы проживет около 50-60 лет. Это раньше поколение старое жили и 80, и 100 лет. Даже переходило и больше века, больше сотни лет. Так потому что раньше не ели то, что мы кушаем сейчас. Раньше ели что? Молоко свое, хозяйство держали, скотину. Там. Ну и продукты были в магазине. Другие, конечно. Не то, что сейчас. Одна химия. И вот, правда, ребят, сейчас вот только задумываешься над своей жизнью. А как дальше жить? А если мамы не станет? А если там то? А если то? Это, мне кажется, это очень страшно. Как мама говорит: чем дальше, сынок, тем страшнее. Оно и вправду так. Чем дальше, тем страшнее. Вот только и ходишь в такие вот вылазки, да, на природу, там побыть наедине с собой, побыть наедине там с природой, чтобы хотя бы, друзья, забыться, чтобы хотя бы думать о хорошем всегда, не думать о плохом, то, что будет завтра, там то, что будет там через год, через месяц. Главное, я не знаю, главное — жить. Жизнь идет очень быстро, я бы сказал. Мне кажется, вот мне было там 18 лет, там, или я пошел в первый класс, даже помню. Есть, друзья, у меня два вот таких саженца. Две сосны сибирской, то есть это наш кедр. Вот сейчас мы их посадим, и я очень сильно надеюсь, что я доживу, когда она начнет плодоносить, то есть давать кедровые орешки. Ну, ребят, вперед, сейчас выкопаем вот здесь вот ямку и посадим.
вот, ребят, один сюда посадим, а другой где-нибудь подальше маленько. Садили. Сейчас водичкой польем его и пускай растет с Богом. Вон, друзья, один посадили, а вот здесь вот неподалеку второй посадим. Рядышком прям. Тайга, ребят, это, можно сказать, вся наша жизнь. Конечно, извиняюсь, друзья, за откровенность. Просто с кем-то хотел поделиться всем этим. Ну и решил, что будет мне на душе, ребят, спокойно и приятно, что я поделюсь этим всем с вами. В общем, друзья, у меня на сегодня все. С вами был канал Сибирский Бродяга. Меня зовут Евгений. Увидимся, друзья, в походе. До скорых встреч.